Ребята, я набрался сил. Чого тут посторонні лазять на закритій зоні? Там дроб большой обрыв, не? Ну ейбо, зараз дзвоню на 102 і пиздец. Ну кому-то звонит, пацаны, быстрее. Начальнику пока. Налево, Мелой, там стенка. Ну этот дроб уже выше, серьезнее. Мистер Миша, в шляпе я. Я забыл кепку, поэтому я в шляпе первый раз в жизни. Миша шляпа. Хай-хай, с вами Мишаня Бой, и сегодня мы в карьере. Снимаем дропы за деньги. С нами Мелый, Валик Очки и Миша. Михаил Петрович. В последнем влоге я немного травмировался и не могу кататься. Я решил не оставлять вас без влогов, и поэтому мы сейчас выставляем челленджи на канал Жестим. Подписывайтесь на канал Жестим. Ну а... В связи с тем, что не все любят челленджи, мы снимаем дропы за деньги. За каждый метр я даю пацанам по 100 гривен. 2 метра 200, 3 метра 300. Я повысил цены для мотивации пацанам и контента для вас. 3-4 метра 600 гривен, 4-5 метров 1000, 6-10 метров дроп 5000 гривен. Мы находимся в частном карьере, где нас могут и выгнать, и оштрафовать. А учитывая, что у нас карантин, нельзя никому выходить. Это будет дабл врыв, ребята. Дабл срыв запрета вообще. Всех запретов, которые только возможны. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и наслаждайтесь этим видосом. Челленджи очень часто выходят, потому что в карантин опасно что-нибудь снимать на улице. Но мы вышли ради вас и начинаем. Я бой. Валик с опозданием поднимает камеру на 5 секунд. Я бой. Я бой. Норм. Так, держи первый трюк. У нас дропы за деньги, но Миша на BMX'е. На BMX'е дропает только Мелы у нас. Так что ему за трюки будем давать деньги. На, Миша, 200. Мелы, твой трюк в противогазе. Поехал вниз за 5000 гривен. Мелы, маску не одел. Не боишься, что штрафуют? Сейчас полиция приедет в карьер. Фрирайдный бар. А хотите узнать, как появился на свет этот квотер пару лет назад? Жесть. Так вылез строится, а то и тазик у нас со земля. Какие дерьмо у меня. Везде песок. Невозможно построить вылет. То хоть чтоб якось укрепить. Уже 3 дня так строится вылет. У меня еще очень много материала, который никто еще не видел. Я уже тогда снимал влоги, но не знал об этом, просто не выкладывал. И храню материал до сих пор. Хотите эксклюзив? Пока карантин, я могу выкладывать на свой второй канал. Пиши в коммент. Да. Миша, первый раз в карьере, как тебе? BMX в карьере. Круто. И классно. Нравится? Очень красиво. За розкатку радий, ребята, маленькі, але радий. Первый дроп Мелая. Офигенно. Блин, я как маленький ребенок, потому что когда кто-то катается, тоже хочу. И мне это... Скоро, надеюсь, смогу. Поставьте лайк сейчас под видео, подпишитесь, если хотите, чтобы у меня зажила спина. Мы рулетку, кстати, не взяли. На глаз там где-то полтора. Там полтора, значит, за 2 метра. Ну, это, знаете, как нужно по общему согласию. Если я согласен, я согласен. Евы. Барсик. Хорош, хорош. Миша, нет еще футболки Жестим, я ему кофту надавал, а футболок еще не дал. А сегодня жарко. Но барчика уже 2 было. Не даем деньги за барчик. Конечно. На кадр хорош. Смотрите, вот готовые трамплины. Чтобы вы понимали, что даже на BMX'е в карьере можно катать. Не обязательно иметь скейт-парки, какие-то профессиональные площадки. Можно кататься где хотите. Мало что. Я думаю, еще стрешь. Мы обычно на таких резких приземлениях, если вы дропаете напрямую, а не вот так вот трансфер. Срезаем просто вот так дроп, и получается, что вы отрываетесь уже раньше отсюда где-то и приземляетесь с начала этого приземления. Потому что если вы будете вот тут отрываться, вы перелетите. Так как я нос сломал, помнишь? Там было резче, чем это приземление, фраза 3. Я сделал 2 крутки и перелетел вот прямо как на дорогу, на плоскость, и все.
Что ездил тут на BMX, я сейчас на подвесе буду еще сходить вниз, смотреть, что там, какая приземление. Но приземление не проверяем. Не, ну приземление сразу же смотришь, приземление, это первым делом вы смотрите. Приземление какое оно, мягенькое, туда-сюда, но выросли уже с этим человеком. Знаем, что оно такое, ну, нормальное. Ну, я не уверен, если честно, кто проверил. Раз, может, подъеду, но потом другой раз точно должен прыгнуть. Да. Вот так. Вот по самом краю, вот так. И дроп этот 2,5-3 метра, но можно полететь самый низ, и он пролетит метров 6. Давайте ладно. Посчитаем нормально, по вертикали. Только будем брать валиков несколько штук и считать ими. Валиками. Мне врач дропы приписал от вируса. Торпеда! Там мужики остановились где-то рабочих сколько? 4? 5 человек вижу. И спрашивают, что он там копает? А малый развернулся к ним и писает. Пугас? Что происходит? Старый. Мелани ссы. Больше с этой стороны. Валик там смотрит, где я фронт фото делал. Что там, Валик? Обрыв. Ебо! Ух, блин, страшно по-настоящему, как в игре War Thunder. Бойсы, представляю вам спонсора сегодняшнего видоса, игра War Thunder. Это драйвовый онлайн-экшен про военную технику. Взрывай самолеты, взрывай танки, взрывай корабли, вертолеты, можешь даже сломать деревенский сортир соседской бабки. Прокачивай управляемые ракеты, изменяй самолеты и корабли крутыми скинами. Прокатись на Т-80 по всему миру. War Thunder даже есть похожие карьеры, как у нас, в котором мы сейчас катаемся. War Thunder. Thunder, топовый графон и продвинутая физика. Можешь ломать стены, избушки и вообще все, что тебе не нравится. Сбивай вертолеты из танка, отправляй на дно огромные крейсеры. Устрой настоящую войну у себя дома, пока на улице карантин. Здесь даже есть анимешный вертолет. По всему миру карантин и запрещено выходить на улицу, запрещено кататься, но вы можете скачать по ссылочке в описании эту прекрасную игру и наслаждаться дома. Сбивай самолеты, вертолеты, качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и хватай бесплатные бонусы для легкого нагиба. Ну, у тебя я на футболке, так что нормально все будет. Он спасет, Мишаня. Мишаня, бог. Я в твоей душе тут, прям в душе. Спасят. Ладно, все, погнали, погнали. Давай. Красавчик. Дроп метра 2,5, но прилетел Мелой на 4. 4 метра есть, Миш? Yeah, бой. От 3 до 4 метров 600 гривен. От 4 до 5 тысяч. А сколько дадим Мелой? 1000, конечно. Лови, косарь, Мелой. Yeah. Миша, сколько тебе нужно дать денег, чтобы ты на бэме прыгнул тут? В 5 раз больше. За подъем на дроп Не. За 5 тысяч гривен. Не. Чувак, где мои бабки? Где мои бабки? Бабки. Вот лежать, Мел. Есть мои бабки. Лежат. Ну, кулачок нужно дать, я уже лежу, давай. Валик, прыгнешь дроп этот, Мелы? 5000 гривен для оператора. 5000? Но оператор же не умеет кататься, дроп Валик, прыгать. Можешь словить его на слове. Да не, снимаю. Мне нравится то место, вот там вот. Кто-то хочет дропнуть воду? Тихо, мне спина была аккуратно. Ох, больной пацан с грыжи вытянул двоих человек с велосипедом. Ну ты, Миша, ты сила силенная. Бум. Пацаны, там есть склон в воду. Предлагаю 1000 гривен тому, кто съедет в воду с дропа. Сейчас холодно, весна просто. Я как раз хорошие трусы одел. Хорошие. Кто за косарь? Я. Ты, Миша, нет? Успай, Мелы, вместе.
Там только идти туда до трактора. Купили пиздечку, теперь у нас звук лучше. Мэлла нашел еще один дроп. Почувствовал вкус денег, нам просто никогда никто за катку деньги не давал. А тут же реклама есть. Знаете, что бюджет неограниченный. Сколько вы напрыгаете, столько я вам дам денег. То есть можете целый день прыгать, сколько хотите. Нормально? Строится? Это нормально. Когда сказал в конце дня, что... Ну, да не, мы только... Мэлла только один дроп прыгнул, уже 3 часа дня. Ну что, чистили 2 часа? Долго? Да, это моя проблема. Это не проблема, нужно подходить ответственно, не спеша. Просто я говорю, что неограниченный бюджет, так что, Мэлый. Ну, нормально. Но этот дроп уже выше, серьезнее. Мэлый на второй день катки на подвесе и уже раскатывается вовсю. Блин. Я думаю, нужно почистить кочки, давай я даже помогу. Не-не-не, не понимаю, какой это дроп и сколько здесь нужно скатиться. Еду! Давай! Не, братва! Коронавирусная катка, бум! Лучётенько, да, так? Чуток, немножко как показалось, как прорайдер. Надо, братан. Пол зарплаты за день сегодня сорвет месячный. Посмотрите, у мои радостные глаза. Хочешь видеть малые глаза радостными всегда? Качай War Thunder по ссылочке в описании. Как же люблю подвес, блин. Я тоже люблю подвес. Хорош. Зря на хартеле катался. Не убивают кости, спину, колени, правда? Вообще, чувак, настільки легко, як я тоді на БМі приземляюсь, і в мене все велик уходить з-під мене. А этот велик, ти, он амортизирует, і ти просто і ти сам розслабляєшся і хоп, під приземочку підстраюєшся. Вот тебе перші деньги на підвес уже, можеш починати собирати. Да, собирати нужно. Довольний. Приехала в кар'єр, Жестим возрождает. Жестим вернулась. Бабки получает. Мы, катаем, прыг... катаем, мы катаем в карьере и прыгаем с дропы. Я деньги раздаю пацанам, у меня есть дропы. А если ты другой блогер, не убиваешь вождя оленей, потому что мы приедем к тебе и сломаем колени. Колени. Нормально. Фристайл. Вот он фристайл шоу. Видите, я не прыгаю, но смог снять фристайл шоу. Давай чикен бар на трубе. Со стола Ninja Drop и с этой платформы Ванетти или Бонни Бар. Закрываешь дверь. Посмотрите, где оператор стоит, сидит. Е-бой! Помню, держи. Очень сильно. Да, чикен бар. С трубы тоже мощно. На треху всегда нужен... Мощно или мощно все-таки, малый? Мощно. Да, я думаю, мощно лучше, чем мощно. Нормально. Мощно. Но много русских слов... Много мочи. По-другому. Е-бой. Это круто было, он так как трюки повторяются, эту соточку. Да. Там будет больше за оригинальность. Я назначу треха, а 270 здесь такого буду. Тогда 270 гривен. Сколько хорошо. Градусов, столько денег. 180 гривен только что было. Давай еще одну попытку. Вжик, вжик, ну. Очень скользкая. Тут же шмел. Мел? Ой, если малый ляжет, перепрыгнешь его баником за 5 соток? На двоих, пацаны. Трубрайт. На трубрайт. Через Мелая на трубрайт. Ты же камень, ты такой мощный, блин, как камень, такой дроп только что прыгнул. Мне когда не дат по ребрам задним колесом. Да. О, давай, через Мелая, 5 соток. Блин. А хочешь расскажу секрет? Не смотри вниз, ты смотрел вниз, смотри на Мелая перед собой. В конечную точку. На меня, да, далее на трубу. Да, смотри перед собой. Видишь, едет сам велик. Это секрет, баланс. Я устал ждать, что вы здесь делаете, люди? Мы приехали сюда снимать.
И чего ты ждешь? Мы же снимаем уже, мы тебя ждем. Так зачем здесь два ракурса? Не пойму. Сейчас Миша через Мэлла будет прыгать на трубе. Мэлла ляжет. Нужно 10 ракурсов на этот 10-сантиметровый прыжок. А что, нужен валик в карьере? Yeah. Видишь, я говорил, под горку легче. На велике попрыгал и сейчас на слободе. Да, откатывать зиму. Была зима не очень. Переходим на другую локацию, где уже есть охрана. Сейчас будут разборки, ребята. Топ-контент для вас. Добрый день! О, это охранника будка. Мира стоит там в конце карьера, а слева охранника будка. Наверх, горки. Помоги там. Разговаривай. Я снимаю. Я снимаю. Добрый день. Да, это наш дом, мы тут постоянно. Просто вы нас не... Ви гуляти не маєте права, бо машини ходять, по-перше. Зараз в карантин, що можна, щоб батьків пострахували батьків, чи що? При чому тут родители к нам? А при тому, що я зараз буду дзвонити на завод. Та ми вже больні, нам вже нічого не страшно, ми їм з коронавірусом вже прыгати з обриву на велике. Скажіть, чого ви шукаєте смерті і самі себе не вважаєте? Та ми не шукаємо смерті, серйозно. Не серйозно? Дивіться, я поясню вам. Ми професійно знімаємо відео на YouTube. Ми тут вже 13 років приходимо. Просто ви нас не бачите. Ми якщо цілий день катались, на тому чи цілий день катались. Ми зараз акуратненько перейдемо туди, разок з'їдемо і уходимо. Нам просто... Давайте, що машини їздять. Не дай Боже, а ні, ми сьогодні... Сьогодні... машину що мені робити? Або по тому. Давайте, звісно, не підставляйте мене. Все, добре, добре. Ми по цьому горбу і все. Можна вибрати горку, з якої з'їжджати. Сразу, взглядом. Раміро, що ти принес нам в кар'єр? Рамира вирус, говорит, принес. Здорово. Рамира просто пневмонией болеет и приехал к нам в карьер, уже задолбался дома сидеть. Я кашляю, все больные. Выздоровел. Или давай так лучше. Рамира заболел 2 недели пневмонией. Но у нас нет тестов в больнице. Рома пришел в больницу и тестов не дали, да? Сказали просто, что респираторная вирусная инфекция. Отправили к семейному врачу лечиться, потом он выписал лекарства. Теста так и не сделали. Теста в Украине нет, и чтобы они не говорили, что у нас нет теста, нет тестов. Отправили Рому домой лечиться. Он лечился от пневмонии, хоть ясно, что это коронавирус. Просто теста нет. Коронавирус не помешает. Просто съехать на лыжи. Идея хорошая. Можно съехать. Ты боишься с зараженным съезжать вместе? Смотри, там охранник стоит внизу. Да. Тут очень хитромудрая система. Вариант через цей дачу. Ну, бачите, тут дуже хитромудрая система. Я тебя набираю, снимаешь снизу. Я как думаешь, тебе опять покажут по телевизору, как больной коронавирусом ездит летом на лыжах в карьере? Екстремал причепився до авто, яке тягло його на лыжах центральними шляхами міста. Если разобьюсь, то да, а так нет. Ну нету снега, надо кататься. От вірус. Ох, дышать тяжело. Как это? Я помню, как в таких противогазах в армии ползали. Мы сейчас ждем, пока охранник спрячется, он стоит вот там вот. И спрятались. Алло. Це до тебе охранники, да? Ми ще раз вибачаємося, але... Що вибачаємося? Ви нас підставляєте, розумієте ви? Та секунду, зараз хлопці тут спустяться з горки і все, ми уходимо. На лижах і сноуборді. Ви бачите, що тут техніка є? Так, так. Так ми ж... Я оцей придурок їхав на багі. Ми ж заховали... Я вже позвонив на час, зараз воно буде тут. Ми ж заховались, він нас не побачив. Мені шеф сказав, що ще буде, буде ми, буде мінтовка, будемо ловити. Ну так і буде тоді. Та якщо що, ми всю провину на себе візьмемо. До сраки мені, хлопці, ваша провина, пробачте, на слово, я грубий. Я поняв, все, он, вони вже там. Охранник смотрить зараз. Блин, ти тут сидиш? Он йде, он йде. Охранник йде, парни, вперед. Акуратно, пацани. Зараженный коронавирусом. Рамируса нужно спасти. Лыжи, блядь. Рома, отойди, я подам. Отойди. Отойди, чтобы я на тебя не упал. Блин, у меня спина болит. Я боюсь. Звонит, звонит. Да все, пиздец.
Пипец нам уже. Стояв сюди далі, там же жобри. І оце з'їжджають на сраці, скажуть, то ж убити зможе. Кому то дзвонить, пацани, быстрее. Начальнику пока. Блін, це жесть, просто нормально. Ми зараз їдемо один раз і все, і вже. То ноги поломить, то я буду мати роботу на мені. Ну ти, короче, в курсі. Хлопці, ви що, взагалі вже йдете? Ну да. Ви що, не розумієте, що зараз шофер доложить десь, там комусь скаже, дойде до начальника. Вони що на я маю махають, робити? Вони всі махають, привіт передаєш. Привіт. Пример знати. Ти не задихнувся там ще? Тяжело дыша. Добре, як б'ється, але як останеться калікою на все життя, його хто кормить буде? Що, ми знайшов місце? Тут везде жорстко прям. Хлопці, злізьте звідси. Ну їй-бо, зараз дзвоню на 102 пізд... Я не шуткую. Може там все-таки слабенький склон, в самому кінці вже? К охраннику под будку прям. Со мною такі шутки не проходять. Блін, там дроп видно. Ну, он маленький. Ладно, давай. Тут? Хто буде відповідати, руки, ноги поламаєте? Так вони ж будуть відповідати. Це вони? Під... Я буду відповідати, а не вони. Чого тут посторонні лазять на закритій зоні? Ну, на взагалі нікому не можна, крім машини, нас тут будь робочі. Не переживайте, пожалуйста. Ремірос, тут разве що по діагоналі, якщо з'їдеш. Если я не уверен, то не едь. То там дроп, большой обрыв, не? Там можно стащиться. Зарисуй. Мне до сраки зарисуй. Мне живы, чтобы остались и смахались звідси. Да все будет нормально. Охранник кипишует. Куромка, там на коньке можно зъехать. На коньке боком, если туда сидишь. Туда просто притормажи, не разгоняйся. Вот там, где 4 ты метра, здесь дроп. Влево, влево, Ромка. Там слева нет дроп. Вот так звідси и туда. Я вправо, а потом влево попробую. Давай, Валик! Не испытывай так. Там стенка! Ох, блин, малый, да я. Ох, блин! Малый ушел. О! Сидишь? Блин, да я ж не могу так боком ехать, как малый. Да тогда не едь, все. Короче, противогаз надо снять. Затыкнулся уже. Держи. Я ж так на лыжах не съеду. Боком. Не, Ром, напрямую не вариант, убьешься. Ну сраки, что ты жив, я зараз получать буду. Ты с**ся, а я буду получать за тебе. Действительно, если делаешь правонарушение, одевай шлем. Ничего страшного не будет. Чего зримо? Ты зараз вонку закривано все. Дай сюда вонку не лезет, там убьется. Вот так вот, да, по диагонали. Поехал, Рома! Жесть, Тим! Здесь обрывчик нормальный, ребятки. Давай напрямика, на прямых ногах! Шукаєте на сраку приключення. Потому що ми команда жестим. Ми по жесті вриваємося. Ти розумієш, що не тут. Лізь десь на вишку, на куди. Поїзда тут. Да. Да і горите на. Вот это клас, сцепление, отличная дорога, ребятки. Коронавирус, блин. А и получился спуск, как хотел? Ребята, не так, как хотел. Нормально, Ромирус, как тебе спуск? Да классно, ну, как первый раз на лыжах, как первый раз на снегу только вообще, новые ощущения. Но если потренироваться, можно ездить как по снегу легко. Ты же спотел весь, коронавирус выделяется. Да, отходите. Дроп, дропа не было, в принципе, да? Да. Ну, соточку за хотя бы за падение, да? А Ромирусу давайте 5 соток дадим, он же в коронавирус приехал. Да не, миллионер уже. На, держи. Не надо, держи, миллионер одалживает постоянно в долгах. На, это за спуск миллионера. Вам не меньше. За то, что... Не, ладно. Все. Давай, за то, что вирус... Спонсор. Не говорите, что я трачу много денег, не оставляю себе на лечение. Я заработаю еще больше, просто поставьте лайки, расскажите друзьям. Ну и комментарии ставьте. Видоса будет больше.
Ярамирос, выздоровеет. Но Ярамирос реально больно. Че ты его держишь так? А зачем ты мне его дал? Чтобы ты... заразить тебя тоже. Я уже держал после Ярамироса противогаз, я держал руками, потом брал в нос себя, в глаза уже протирал, уже все. Вони просто не дам, не трогайте рот, нос. Та я уже тронул. Поздравляю. Ты и так больной. И дышать носом только. Валик, что там уже? Спиртик сразу. Блин, дай мне тоже. Дай мне. Конечно, пацаны. 100 гривен на один брызг. 100, 200, 300 гривен. Газы от коронавируса валят. Я думаю, что это от Рамировируса. Прыгнул бы этот дроп. Ой, не знаю. Не хочу официально заявлять. А за 5 косарей? Ты ставишь в тупик. Сейчас охранник офигевший вообще будет. Блин, я боюсь, что там очень холодно будет. Ты не выплевешь. Он не всплывает. Давай там, где вот узко, там мы точно тебя вытянем. Здесь резче угол. Как мы тебя будем спасать? Не будешь меня спасать, я сам выберусь. Да, точно. Я крепкий. Ребята, я не брался сил, сейчас будем плавать. А маску от коронавируса денешь, мам? О, давай, ну, на. А знаешь, что тебя ждет на той стороне? Ребята, помощь. Спасибо. Нет, коронавирус. Ребята, никогда на сноуборде не прыгайте в ледяную воду весной. Коронавирус в эпидемию без маски. Маска меня защитит от вируса. Давайте Мелы подбодрим, а то это очень холодно. Он вытаскивает контент весь. Мелуйте! Давай, жести! Помочь? Подожди. Отлично. Сюда, да? Давай сюда плыви. Нормальная вода, да? Ну, нормально, как-то. Ну, блин, дозочку помыл. Нормально. А я так переживал, думав, якось по-іншому буде. Корона тим. Завалив. Да. Меня прическа. Держи, братан. Это что? Я заработал. Бонус там. Давай. До следующего. Спасибо. Спасибо всем этим ребятам, что собрались здесь сегодня и сделали этот день. И так смотрите. Ты сделал день весьма. Этот блог. И ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите. Будет больше таких трэшов, видосов, мочилова, огня, неформального спорта. Всем пиз. Алик, давай руку. Не, я сам. Да, Ярамирос, Ярамирос поможет. Я сам. Почему такая реакция у Валика? Потому что у тебя коронавирус. Добился такого успеха в Ютубе, и несмотря на эти травмы, мы тоже в этом зарабатываем, мы тоже делаем контент, но мы с этого тоже имеем что-то. Спасибо, Миша. Мало стесняет меня, он имел в виду, что качайтесь по ссылочке в описании игру просто. Она нас спонсирует, и это крутая возможность. Спасибо тебе, потому что ты вытащил весь влог. Я травмирован, если б не ты, ничего б не было этого влога просто. Учился у кого? Спасибо, мама. У тебя. Не прыгай на дверь, не прыгай на дверь, не прыгай, не вздумай, не вздумай.